конкурсный, то есть никто по нему не будет выбирать победителя. Поэтому можете, в принципе, и не писать, потому что я теряю комментарии людей, которых это действительно там где-то цепляет и так далее. Да, потому что есть люди, которые даже меня не знают, и там читают заголовок, не читают текст и пишут: «О, вы расстались!» Хотя мы не расставались. Ну, то есть лучше не писать что угодно туда, просто вот лучше ничего не писать. Блин, теперь ее нужно чистить. Я не была к этому готова. О, налет. Вы просто посмотрите, я как будто где-то в леднике. Обогреватель на максимум, пожалуйста. У меня есть такая странная особенность, я не записываю номера в телефонную книжку. Я не знаю, мне просто или лень, или что. Я вот мама, папа, Коля записаны, хотя я знаю их номера на память, но друзья нет. Я всегда вот там Оливка, Майя, просто номера высвечиваются. И вот мне когда кто-то звонит, я сразу же пытаюсь такая сконцентрироваться, чтобы понять, чей это голос. Если я не понимаю, чей это голос, я могу 10 минут разговаривать на нейтральную тему, чтобы не дать виду, что я не понимаю, с кем я разговариваю. А потом, когда услышу уже знакомую тему, угадываю и уже продолжаю нормальный разговор. Представьте. Теперь, друзья, вы знаете, что если я с вами разговариваю по телефону, то я могу даже не понимать, с кем я разговариваю. Настя, а включи мне подогрев сиденья сзади, а то мне холодно. Ну, хорошо, что его там нет. Тогда я тебе включу на пятерку, чтобы ты много денег потратила. На своей жопке мне ничего не жалко. Ох ты ж коза. Прикиньте, первый айфон забрала девочка с Казахстана. Поздравляем! Осталось 14 айфонов, и сегодня буду дарить сразу 2 айфона, потому что вчера, к сожалению, не получилось выбрать победителя, поэтому внимательно смотрите сторис, выполняйте условия. Нужно просто подписаться на 20 блогеров у меня в подписках. Там есть и Оливочка. Короче, подписывайтесь, будьте активны и ждите сторис, следите, кто сегодня будет дарить. Всем удачи! Да. Пока это секрет, поэтому следите за сторис. Ребята, условия конкурса упростили, теперь нужны только подписки и лайки. И главное, чтобы у вас был открыт аккаунт, чтобы можно было проверить подписки. Что это такое за рекомендации у тебя такие? Что это такое вообще? Я не поняла. Я хочу с животными посмотреть, с собачками, хочу фильм посмотреть. Чтобы плакать. Знаете, как я уговариваю Колю, чтобы он включил, что это жизнь и судьба собаки, вот этот фильм, на котором все плачут, что если я не буду плакать на нем, то... Если я буду плакать на нем, то Коля будет 10 дней водить машину.